Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Форс-мажор случился, ловлю на речке. Поймал уже таких вот подлещика. Три штуки, посмотрите. Вон они, видите, хорошенькие. Но думал, что заснял, на самом деле нет. Ловлю на одну донку, потому что пока на червя. Червь у меня свой, с компостной ямы, средних размеров, то есть небольшой, не маленький. Насаживаю такой вот просто груз свинцовый, 100 грамм для течения. И по 2-3 червячка насаживаю. То есть вот такие поклевки, сейчас вы увидите. Местечко хорошее. Где не буду говорить, не буду выдавать уж места. И сейчас будем ловить. То есть дальше вы все сами видите. Так начал хорошо. Хорошие такие. Бодрые лещи. Так. Что-то есть. Вот такие, посмотрите, такие вот подлещики клюют. Ну и так, тут получается местами. Стая подходит, начинает брать, уходит, все затихает. Но время от времени хорошие такие подлещики заходят. Вот я одного сейчас поймал еще. Дальше вы все сами увидите. Без всяких кормушек, длинный крючок и такой по 3-4 червя. Таких жирненьких, среднего размера. И получается достаточно хорошо. Сейчас еще посидим, до вечера время есть. Потому что что, на засолочку, думаю, мы наловим. Сейчас посмотрим. Взяли вот таких вот 4 подлещика. Взяли. Первые два я не снял поклевки. По-моему, только одну поклевку по техническим причинам, думаю, снимал, но не заснял. Но думаю, посмотрите. Так, что не с нулем, думаю, нормальный результат. 4 штучки с 12 до часа, причем это все я поймал. Потом вообще ничего не было. Вес такие увесистые, нормальные, тяжеленькие. Вот, посмотрите, такие вот хорошие подлещики. 4 штучки вот так вот взял. Ну и так, на доночку, на червя. Ну и так, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и мою группу о рыбалке, кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока!